Добрый день, дорогие друзья! Многим полюбился вот этот вот черный волк, сын канадской волчицы Евы. Ну, впрочем, как и эти его друзья, братики, сестрички. Хороший получился такой выводок у Евы. Здоровые все волчата. И вот вожак у них, этот богатырь. По-моему, друзья, его действительно можно смело называть Акела. Он еще совсем юный, но посмотрите уже, какая в нем мощь, стать. И по размерам он огромный. Херсонские волки, которых привезли, они на голову его меньше. Так, а вот второй черненький волк какой-то более такой совсем дикий. Если наша Акела вон приходит, совсем в нем нет никакой робости, то тот черный волчок, видимо, гораздо послабее и физически, и характером. Вот сейчас наш Акела приоткрыл пасть. Такие зубы, друзья. Как говорится, кошмар стоматолога. Потому что с такими зубами стоматологи не нужны. Что ж, друзья, всем большой привет от этих красавцев.